Вітаю вас, друзі! В ефірі спеціальний випуск програми «Sport Ukrainian International», який сьогодні буде повністю присвячений непересічній особистості, людині, яка палко закохана у свою справу. Із Сергієм Капраловим я познайомився у Києві на матчі зірок українського футболу з збірною журналістів України, який відбувався напередодні поєдинку національної збірної України зі збірною Німеччини. Саме на цьому благодійному матчі я отримав запрошення ближче познайомитися з центром Капралова, з його діяльністю. А після того вирішив, що робота самого центра та життєвий шлях його засновника гідні окремої детальної розповіді. Сергій Капралов – засновник та директор Центру Капралова, кандидат наук із фізичного виховання та спорту. Із 2004 по 2009 рік керував реабілітаційним відділенням Олімпійського навчально-спортивного центру в Конча-Заспі, готуючи до олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, провідних українських спортсменів, зокрема олімпійських чемпіонів Валерія Гончарова, Василя Ломаченка, інтернаціонального чемпіону з боксу за версією ВБО Олександра Спірка та інших наших зірок. Працював масажистом у 5 збірних командах України з футболу, масажистом і лікарем чоловічої та жіночої збірних України зі спортивної гімнастики, а також із бійцями елітних українських спецпідрозділів. Академік і доктор наук з пареабілітації Світової медичної академії, фахівець із фізичної банної і спареабілітації, автор спецкурсу «Фізична реабілітація спортсменів високого класу», автор і керівник курсів підвищення кваліфікацій з лікувального та спортивного масажу для масажистів футбольних команд під егідою Федерації футболу України 2004-2014 та 2018-2019 роки. Переможець українського конкурсу на титул «Кращий науково-методичний та навчальний практичний центр в Україні в футболі». Засновник спортивних, банних, масажних і спареабілітаційних технологій і нетрадиційних методів оздоровлення. Організатор і модератор більше 40 найбільших конференцій, форумів та практикумів. Головний суддя понад 70 українських та міжнародних чемпіонатів. Підготував понад 200 номінантів і понад 100 переможців із класичного спортивного лікувального, спареабілітаційного, банного, хамам і велнес-масажу України, країни СНД, Прибалтики та світу. Створив більше 450 масажерів і голчатих аплікаторів. Автор понад 330 наукових і журнальних публікацій, 8 методичних посібників, міжнародний експерт банних організацій і суддя чемпіонатів по лазні і хамамах України, країн СНД, Прибалтики та світу. Банный спорт, вы говорили, да? Это массажисты, которые умеют работать в бане? Или да, 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 да. Это парение вениками, это уход, это спа-этикет, это знание культуры, это философия, это заготовка веников, это подготовка чая, это показания противопоказаний, это этнические есть... моменты, это хамами бани. Як розповів Сергій Юрійович, любов до спорту в нього від батька, справжнього офіцера Збройних сил колишнього Радянського Союзу. В дитинстві та юнацтві Сергій Капралов займався спортивною гімнастикою, легкою атлетикою та єдиноборством. Але головною пристрастю був і залишається футбол. Його наставниками в різні роки були легендарний голкіпер київського «Динамо» Євген Рудаков і нападник зіркового «Динамо-75» Володимир Онищенко, а також учасник матчів смерті з німецькими загарбниками в окупованому Києві Макар Гончаренко. На жаль, через травми та інші життєві обставини стати професіональним футболістом не судилося.
Та все ж він реалізував дитячу мрію та зіграв нещодавно у складі збірної зірок українського футболу, партнером якої є центр Капралова, відкритий у 2007 році. А зі спортом він ніколи не розлучався. І ще під час навчання у Київському інституті фізкультури віднайшов свій шлях. І згодом став чи не найкращим спортивним лікарем-реабілітологом України. Недарма ж Сергій Капралов очолював спеціальний центр на Олімпійській базі в Конча-Заспі, був масажистом і лікарем декількох збірних України та допомагав багатьом відомим нині футболістам і тренерам. Будучи заведующим Олимпийской базы в Конча-Заспе, кстати, под меня сделали эти, когда я ушел с Морской академии, под меня сделали эти, сделали это отделение Буби Станислав Григорьевич и Смелыш Леонид Иосифович, чтобы я в Олимпийские игры внедрил свои эти разработки, аппликаторы, массажеры, свои методики массажа. Это уже был центр? Нет, не был еще. Не был центр. Внедрил туда к Олимпийским играм 2004 года. У нас там было два отделения. Было отделение лечебное и отделение физиотерапевтическое. Я возглавил реабилитационное отделение, которое в тот момент было, ну скажу так, оно занимало не очень ведущие позиции, и по статистике там очень мало процентов ходили на массаж, там, упражнения с спортсменом. После 2004 года официальная статистика, я один выполнял от 20 до 30% всего медицинского центра, то есть мои процедуры, это официальный факт, потому что это представлялось на многих конференциях, доклады были напечатаны во многих журналах, научных и журнальных, где мое отделение, а в отделении был массажист и водолечебница, кстати, меня дали водолечебницу, так как заканчивал и владел ароматерапией и понимал, что такое спелиотерапия, одним из условий на Олимпийскую базу, когда я устраивался, это было то, что под мое отделение сделают аромакомату, то есть спелиотерапию до сих пор. Что это такое? Аромакомата – это… Многие просто не знают. Аромакомата – это когда эфирные масла, человек под музыку… Ну ароматизаторы. Да, ароматизаторы, да. И это было очень хорошо, потому что спортсмены тяжелейшие нагрузки. А второе? А второе спелиотерапия – это соль. Это соляные комнаты, да. И опять же я обосновал, они были рядом, и после, допустим, той же банной простуры, тоже водных простур, которые, опять же, отдали мне водолечебницу. Принцип мой был, я прошел у всех специалистов, всех своих подчиненных, они мне показали, как пользоваться гидромассажем, душарко. Я владел этими всеми их и добавил свои наработки, и совместил спелиотерапию, кстати, тогда еще не было таких методик, когда прямо в спелиотерапии или в аромакомате я ставил массажный стол и проводил сеансы со своими спортсменами. Оказалось во много раз эффективнее, сейчас многие центры это используют, потому что сразу идет, ну, ты дышишь, иммунитет повышается, то есть эффект намного больше. Через вас прошли все олимпийцы, да? Горжусь, да. В 2008 году, ну, в 2004 году Мерлене, Гончаров, опять же, говорю, лично, я был тогда еще официально массажистом сборной гимнастики, тогда массажистом, это уже в 2005 году я стал врачом сборной, и лично по разрешению Домашенко, то есть он лично подал ходатайство, чтобы меня официально взяли на должность. Это будучи начальник, вот, заведующим этим отделением, вы еще были… Да, я заведующим отделением, я был одновременно массажистом сборной гимнастики, готовой к Олимпиаде, и в этот момент я еще был массажистом сборной футбола юношеской коллективницы. Мы год с ними, с врачом Поповым, проехали. Это не та сборная U19, которая чемпионат Европы? Они потом стали. Я был, когда был, это единственная команда за всю историю, которая дала 14 игроков в основной состав сборной Украины. С Бузником, кстати, я поехал на Всемирную универсиаду в Дегу. Тогда было очень много случаев, там тепловой удар на футбольном поле, сотрясение на футбольном поле Ширяев. И
Щербачев, наш лучший в тот момент журналист украинский, снимал, как сказал Вузник, говорит, ну, кроме команды, а тебе будет отдельный этот фрагмент, сделанный сюжет. Да, ну, потому что там были такие случаи, тем более я еще помогал, было всего на 52 сборные, ну, 52 наши команды украинские, еще один массажист, который занимался со всей сборной, и один только с футбола, который был, ну, в моем лице. Поэтому я помогал многим там спортсменам, хотя Бузник ну, не очень был рад, потому что 26 футболистов, и плюс еще всем остальным помогать. Два раза в день тренировки, надо было их подготовить, всех размассировать. Вечером до 2 часов ночи официально, с 7 утра до 2 часов ночи я их готовил. Тот же Бузник, будучи высокопрофессиональным специалистом, интеллигентом, который очень много уделяет внимания здоровью, он мне в Южной Корее, ну, разрешил делать то, что в тот момент было, ну, вообще ноу-хау. Например, футболисту, которому во время, я не буду фамилию называть, Ширяев рассказал, что сотрясение на футбольном поле. В первом тайме сломали нос нашему вратарю, я отвез его на операцию, его прооперировали, приезжаю, и Ширяеву специально бьют по голове, выход 1-1, это Уругвай, реально бьют Буца специально в лицо, для того, чтобы, ну, замен нет уже, там до выхода Личиков было. И ломает, и, то есть его вырубает, он теряет сознание, замены нету, вратаря нету. И я вышел на футбольное поле, я тогда применил, разработал впервые методику, то есть я нашел зону сердца после терапии, потом массаж мочевых фланг, это головной мозг. И плюс нашел зону здесь, знаете, здесь точка, которая когда... Ну, надо привести в сознание, здесь давит, когда человек алкогольное опьянение или когда теряет сознание, сюда надавит, и человек приходит в себя. Но так как ему ногой ударили сюда, знаете, лицо было такое перекошено, давить сюда уже было, как вы понимаете, сложно. Я нашел зону соответствия этой точке и привел в течение 2,5 минут. Официально южнокорейский врач разрешил играть, и наш врач Игорь Ермчук. Допустили его, и он оставил матч, еще пенальти отбил. Итак, это Ширяев, то есть это, ну, уже там. Женя Ширяев, да, играл у нас в Кировоградской «Звезде», поэтому я знаю его. Да, нет, просто, ну, понятно, его мужество, его... И, кстати, Анатолий Иванович Бузник тоже, да, тренировал у нас дважды Кировоградскую, да, «Звезду». Поэтому тут мы с этими людьми, я тоже соприкасался. Вы понимаете, да? То есть, и они оставили, да, очень приятное. Да, то есть, опять же, Бузник мне позволил... В связи с тем, что врач приехал через неделю на турнир, и когда, ну, там, мы готовились, а мы приехали, за целый месяц там пробыли, и мне надо было адаптацию после перелета в Южную Корею. И на второй день, опять же, официально вся сборная футбола спала как убитая. То есть, знаете, что такое, там, на пятый, там, на шестой, седьмой день, ну, да. Да, медикаментозно, а у меня медикаментов не было. И с помощью гольчатых аппликаторов... Я сам летал, да, в Южную Корею. Традиционный релакс матом, плюс массажа стоп и фенных масел, ну, определенных там процедур, все футболисты спали как убитые. Поэтому Вячеслав Дмитриевич Попов, когда ему предложили стать в Калитинце, он сразу взял меня, потому что, знаешь, я бывший футболист, и я ему очень много тогда рассказал про футбол. Он потом мне дал лично 15 актов внедрения, 14 актов внедрения в футбол и 15 квадров внедрения в курсы Федерации футбола вместе с Бицком, который возглавляет допинг-службу. Но это чуть попозже, через 15 лет мы дали. И мы с Дмитриевичем объездили, он был свидетелем всех этих внедрений игольчатых аппликаторов, суджок, массажей моих, банных процедур, хамама, которые я проездил. И с этой командой я горжусь, причем мы многим реально оказались. Кто из футболистов? Ну, это люди, которые потом прославили, Мандзюк, Фомин, Гладкий, Чигринский, Шуст, Мартищук, Ярошенко, Допилка, ну, многие, то есть 14 игроков, Кравченко и многим... Костя Кравченко, да. Ну, там, достаточно, да. И вот Калитинцев, благодаря тому, что он использовал гольчатые аппликаторы еще при Лобановском, правда, другие модели, и он, когда я ему показал, ну, и пообщавшись, то есть он знал Бузника, он построил всю команду и сказал, значит, слушайте так, у вас два варианта. Вы можете на это там отказаться, но, поверьте, я этим занимался. Забить, конечно. Да, ну, футболисты там, кстати, он интеллигентно общается. Да, да. Там интеллигентно общается,
воспитана, то есть, но правда, когда... Вот Бузник, Калитинцы, да. Вам везло на Головко, Головко это да, все да, интеллигентнейшие, да, да. Интеллигентнейшие тренеры. Я был с Гориллом на чемпионате, ну, тоже так, ну, я не столкнулся там, Попов с Донецка был таким... Сергей да, Попов. Да, да, да. Но там был просто турнир в Италии, то есть я не столкнулся настолько, как, допустим, с тем же Калитинцем. Но опять же, когда... Итак, команда... построил Калитинцев и сказал. Калитинцев сказал, говорит, я вам очень настоятельно советую прислушаться, и я лично буду этим заниматься, и он первых, один из первых начал этим заниматься. Потом все тренера ко мне ходили, этим занимались. Горжусь, опять же, что Калитинцев, зная мою фанатизм в футболе, с теми же, и тот же Бузник, они мне разрешили тренироваться вместе с командой. Я мечтал с ними сыграть, не дали официально сыграть между собой, но квадраты, бить по воротам. А, поучаствовать в... Да, да, в игре ну, не дали. Да. Не, ну это... Не, секундочку, я имею в виду, когда между собой, когда не... Ну я понял, двусторонние игры. Да, да, это не дали, но во всех остальных Мартищуку из 6 пенальти 6 забил, Шусту из 7 6 забил, и за штрафной забил. Как жизнь оборачивается? Сейчас Богдан Шуст играет опять-таки в Кировоградской области за Ингулец из Петрова. Видите, у нас... А мы недавно с ним общались, он опять же хочет мои аппликаторы, все эти моменты. Но опять же, Шуст там, ну, вы спросили, кому еще помог. Ну, Шуст вообще, он там, я сейчас занимался единоборствами, я тогда тренировал, был допущен с этой командой, Калитинцев дал добро. И Попов потом даже в одном интервью сказал, что был первым, кто из реабилитологов проводил тренировки, ну, разминку. Причем я давал такие упражнения, там, с восточных единоборств, там, с разных систем, там, других, когда футболистам, там, ну, был смех, слезы, потому что, ну, там, смешно было, потому что выполнить то, что я, например, как гимнаст делать, они мало могли, они такие некомпетенционные. Но это было очень интересно, грамотно, и риск травм снижался до минимума. Так вот... Калитинцев многие вещи мне позволял делать, был сам примером, тренировал, он даже, скажу так, был уникальный случай, там, ну, в футболе там федерация много легенд сходила, сейчас это уже можно сказать, потому что он первым допустил женщину в футбол. У меня был великолепный специалист, который, кстати, был признан потом лучшим выпускником моим за первые 10 лет, ну, когда я начал учить. А вторым была Галдинская Лена Владимировна, которая, когда уже центр, 10 лет моему центру было. Так вот, Лена Пугина, она мне очень многие вещи ей помогала из диссертации, там, когда конференции мы выиграли. И вот она помогала мне внедрять в футбол. Так как тогда запрещено было, в течение года никто в федерации, все догадывались, но никто не знал о том, что приезжала туда девушка, ну, когда она здесь в Киеве была, когда мы турниры готовились. И она приезжала, и она мне уникальные вещи помогала, потому что тот же Допилка и там другие, там, тот же Зарицкий, они ну, не хотели на аппликатор, тогда это же вообще ноу-хау. Понимаете, они же все тому делали Шевченко, тому делали то, и они, знаете, как бы там Реброву, знаете, как вот этот, ну, из поколения в поколение, например, Никофлекс, вот из поколения в поколение, потому что Блохин, потом Шевченко, хотя уже есть, ну, лучшие совершенно другие, ну, технологии, мази, но это не, знаете, из поколения в поколение. Так вот, ну, несколько человек, которые, ну, мне мешали, не давали, знаете, там, ну, а, ребята на иголке и так далее. Там. И вот Лена помогла мне, этот Калитинцев понял об этом. Ну, она красивая, симпатичная. Я говорю, вы хотите, чтобы она вам сделала массаж? Значит, становитесь. Так вот, Зарицкий 50 минут стал на аппликаторах. На гвоздях стоял. Зарицкий. 50 минут, чтобы дождаться очереди, чтобы она сделала массаж, чтобы пообщаться. Был, кстати, очень уникальный случай, опять же, в Москве, когда мы приехали, мы должны были играть с той же Россией, и команда была напряженная, очень напряженная. Калитинцев подходит, кстати, опять же, насчет воспитанности, когда все хорошо, воспитанно, но когда какие-то моменты, там, кто-то травму получил, тот же Кравченко, потом, если будут моменты, я расскажу, он подходил, говорит, меня не волнует, но завтра он должен... Понял? Говорю, понял. А как бывшие военные, там, ну, выросшие все военные, мне нравится, когда мне ставят какие-то, ну, сложные задачи, мне нравится доказывать это. Так вот, Шуст, в Москву, когда мы приехали, Калитинцев говорит, завтра команда должна быть расслаблена. Ну, попробуйте расслабьте. То есть обычный массаж ты не расслабишь. У меня там была девочка, которая, моя ученица, которая должна была быть аспиранткой моей, и она, я попросил, она пришла.
Ну, опять же, когда мы начали делать массаж, мы промассировали всех. Она создала обстановку воспитанную, интеллигентную. Все было хорошо, культурно. Но ребята, понимаете, они отвлеклись от футбола, кокетничали. Все было прилично. Но рядом был главный врач сборной футбола номер. И когда он услышал такой смех девушки, он зашел, глаза шоп, перед игрой. Девушка, ну, понимаете, да, там суеверие плюс футбол и так далее. Там... Попов забегает, ты понимаешь, что если команда проиграет, завтра ты во всех грехах и так далее, там, говорит, Дмитрий, мне поставили цель, посмотрите, ребята довольны. И в конце было просто, ну, знаете, как в фильмах этот, помните, за Сталин и так далее, там, футболисты говорят, Юрич, если мы завтра проиграем, нас, ты будешь крайним, тебя вынесут. И один поднимается, завтра играем за Юрича, знаешь, и вот это, знаешь, у меня волосы дымом стали, весь это там, кто был в этом номере, все, за Юрича, мы на сечении выиграли 1-0. Попов на следующий день подходит, а когда придет ваша помощница, ей витамины приготовил, там, ну, в общем, уже там встречали. И Калитинцев, когда мы уезжали, лично вышел с автобусом поблагодарить эту мою ученицу. Это было настолько приятно. А вот Елена Пугина, когда мы выиграли матч с поляками, который, кстати, опять же, я вам сейчас приведу пример, Фомин, который стал лучшим снайпером и так далее, там, в будущем Украины, он играл тогда в харьковском «Спартаке». Зарплата $300. И мы должны были выиграть обязательно у поляков. Мы проиграли 1-0, а у Фомина была серьезная травма, связанная там с нижней конечностью, и его не допустили к игре. У меня было, опять же, там около 3 дней, и он на меня просто так смотрел, я с ним занимался, ну, фанатично, реально, вот там этот суджок и так далее. И Попов официально его допускает, он выходит на замену, и забивает два последних гола, то есть добивает два гола в последние минуты, мы выиграем 2-1 и выходим на следующий этап чемпионата Европы. Через неделю попадает Донецкий Шахтер. Когда вот этот турнир мы выиграли с поляками на чемпионат Европы отборочный, все проходило на Олимпийской базе. На Олимпийской базе полностью статистика. Любое обращение фиксируется, края травмы и так далее. То есть там все скрупулезно. И... То есть многим ребятам вы помогли? Да, помогли. И есть случаи, которые я могу четко сказать, это факт. Например, тот же Мандзюк, когда со сборной России мы играли на чемпионате отборочном турнире к Европе в России, он за 3 дня повредил паховую связку, и он, ну, был выведен из состава. И я ему тогда разработал методику с использованием игольчатых аппликаторов, суджок 3x3, по термину Ивановича Кузнецова, это основоположника игольчатых аппликаторов, который мне на конгрессе в Москве в 2004 году, когда мы с ним познакомились, он мне эту методику показал, я ее развил, разработал свои аппликаторы, и все эти годы говорил и буду говорить о том, что это методика по Кузнецову, так называемый прожим. И сняв этот симптом, Попов допустил его к игре, он тогда отыграл, его увидели «Динамо», и через неделю, можно легко это посмотреть, после этого матча он попал в основной состав киевского «Динамо», Мандзюк. Многие годы... В основной обойму, скажем так. Да, в основной состав. В основной состав. Он много лет, все эти годы он использовал, у него было очень много моих массажеров, аппликаторов. И у Виталика Мандзюка? Да, Виталика Мандзюка, у его брата. Ну, с братом я не занимался. Кстати, по его личной инициативе, я потом, он меня познакомил с Несмачным. Я занимался с его семьей длительно. И Несмачный тоже много лет использовал мои эти массажеры, аппликаторы. Несмачный, чтобы вы понимали, когда я открыл один из первых своих мероприятий, форум массажных технологий, я его пригласил в качестве модели. Я всегда приглашал выдающихся спортсменов. У меня на моих мероприятиях выступали и были моделями Мирастюк, и Мерлени, и Белодед. Вот это, ну, модель — это что такое? Модель, на которых я демонстрирую свои методики. Свои методики массажа. Массажа, да. Реабилитации, бани. Все, ну, я понял. На нем демонстрирую. А то модели, это, да, знаете, да, воспринимаются, я показывал, по подиуму. Да, нет, чемпионы мира, абсолютно чемпион мира по боксу и чемпион Европы Спирко среди профессионалов тоже был моделью, выдающиеся там артисты, чечения, заслуженные деятели искусств, многие там выступали. И вот Несмачный, когда пришел, тогда действительно это для меня было, ну, важно, потому что я хотел показать, как восстанавливать в футболе травмы голеностопного сустава. Но показывать на себе, я все-таки первый взрослый разряд, да, чемпион, победитель разных там областных, городских, но не то. А он 10 лет сборной. Ну, звезда, да. Звезда, в тот момент как раз пик его, 10 лет сборной, многократный чемпион.
И я на нем демонстрирую, и как-то... Общаясь с ним, не было заметно, что... Нет, вообще, смотрите, там было, вот я же как раз хотел этот момент привести. Я когда... Мне надо было... Сидело 270 зрителей, которые пришли. Это, ну, это всех хорошие специалисты по массажу, которые каждый год приезжали на повышение квалификации. Это был форум массажной технологии на выставке «Интершарм», который проводил я вместе с Илинским и Федоровой. Директора, организатора этих мероприятий, а я был главным организатором и модератором этого. И 270 лучших специалистов со всего СНГ приехали повышать квалификацию, и несмачно стоит, я на нем демонстрирую, и что-то я увлекся, мне надо было удерживать зал. Я немножко потерял, скажу так, связь с несмачным. Я поворачиваюсь и говорю: так, делай это. Но там это было для основные это участники, которые смотрят. И мне должно было все идти динамично. И потом поворачиваюсь, говорит: так, сейчас мой друг покажет. И я так стал заслуженный мастер спорта, 10 лет сборной Украины, Динамо Киев. И я в течение доли секунды... Подожди, а он друг, то есть друг ли я ему? Я поворачиваюсь, и это, знаете, монолог, мысль за кадром. Я как-то в течение доли секунды отключаю, что передо мной аудитория, я поворачиваюсь: Андрей, а ты мне друг? Просто, знаете, то есть этот, он: друг! Зал просто, знаете, было ощущение, что зал так просто, вау, после этого пошло все на ура, потому что, ну, они были, ну... Знаете, это был переход вот этого такого его эмоционального. Ну, вот интересно. Это было просто, знаете, все-таки, я помню этот момент. Все-таки интересно, как у человека в мозгах повернулось. Он же потом вернулся в эту среду и сказал, что он был в объятиях сатаны, показывал. Смотрите. Футбол. Смотрите, я с ним после этого, после, когда он закончил карьеру, мы не общались. Да, к сожалению, не общались. Но я знаю, что у него до сих пор мои там массажеры, аппликаторы, с которыми он занимается. С футбола я был в нескольких сборных, кроме Калитинцева, я был потом с Михаличенко, недолго, правда, был с тренерами Литовченко, Мороз, Шматоваленко. В качестве массажиста? Массажиста-реабилитолога, да. Угу. Потом, впоследствии, я вообще был массажистом 5 сборных, если так уже коснуться. Футбольных? Да, футбольных. Я был последним массажистом у Головко. Мне удалось, наконец-то, впервые сделать тандем-массаж. Это в 4 руки, в 6 рук. То есть мы их побаловали, футболистов, тренера. После, опять же, Головко вместе, когда Бесков помог, организовали первый вообще за все эти годы мастер-класс официально во время сборов, молодежной сборной. Мой мастер-класс не просто там, когда я демонстрировал, официально, когда собрались все тренера, команды, я продемонстрировал мастер-класс по сужок, аппликаторам, после чего стало намного легче это все демонстрировать. Так вот, ну, они уже как бы понимали, кстати, там был Русин и другие, которые потом стали чемпионами мира, которые в Динамо попали, команду, игроки. И мы делали им массажи, как сказал тренер, впервые видел, чтобы столько ходило футболистов на массажи. Но он еще, правда, пролукавил, потому что все тренера к нам ходили. Все тренера, тот же Головко и так далее, мы с ними занимались, мы им сделали реально процедуры, которые применяются в самых других отелях. Все массажисты сборной футбола, почти все сейчас, это мои выпускники нашего центра Капралова, тоже Голдецкий, Кирилюка. То есть все массажисты премьер-лиги, да? Да, почти все. Больше 200 массажистов прошли. Приехал в Киев на курсы повышения квалификации по авторской методике Капралова. Здесь классно, хорошая атмосфера, интересно. Узнал много новых методик. Особенно по реабилитации, как для меня полезно, футболистов после травмы голеностопного сустава, коленного сустава. Узнала еще много методик по методиках массажа СПА, хамама. Буду стараться применять в своей работе, в своей практике. С 2011 года, с нуля, ко мне по просьбе того же Попова пришел Вадим Данин обучаться. И я его вместе с Поповым устроили Головко через полтора месяца начало обучения, а потом национальную сборную. И с 2000,
2010 года, 2011 года он до сих пор массажист национальной сборной. Второй массажист, который был подготовлен по просьбе того же Попова, это Осипов, который был металлистом. Он прошел у меня в 2012-2013 году обучение, был старостой. Я его лично делегировал, вначале молодежную, а потом настоял на то, чтобы его взяли в национальную сборную. До сих пор они уже сменилось несколько тренеров, и они, Данин и Осипов, являются и делают определенные методики, которые они прошли здесь, обучение. С Капралом Сергеем Юрьевичем я познакомился на курсах повышения квалификации массажистов футбольных команд. И, скажем так, мое знакомство с ним произвело такое глобальное изменение в моей жизни. Я многому научился в техническом плане, узнал много о футбольных клубах. И, скажем так, благодаря тому, что я здесь узнал и улучшил свою технику, мне это помогло в дальнейшем. То есть я сразу же, благодаря Сергею Юрьевичу, попал в молодежную сборную команды по футболу, где, ну, как оказалось, моя техника была неплохой. И в дальнейшем это позволило мне расти дальше, что я сейчас начинаю прогрессировать. Кстати, у меня благодарность официально за Ломаченко и Головского, когда они стали олимпийскими чемпионами федерации бокса, мне и моим ученикам. С Сусиком моя дочка перед Олимпиадой 12 массажа лично делала, ну, мы с ним занимались в сборной бокса, я немножко переключился, работали специально подготовленный мой Лиман, больше 10 лет был в сборной бокса, и Казаков, который с нуля у меня обучался, который был устроен в сборной бокса, и сейчас он в команде Ломаченко и Усика. Будучи там в Австралии с двумя сборными гимнастки, я вообще не применял лекарства. То есть с помощью аппликаторов, суджок, своих методик, я восстанавливал все эти методы, все травмы, а там травм было достаточно, тоже Гончарова, олимпийского чемпиона, температура была 37,3, и на следующий день у него он вышел в финал. То есть он вышел в финал. Это еще до его победы, наверное? Нет, это уже было 2005 год, да. Угу. 2005 год. Кстати, травму, которую он получил, я с ним полтора месяца занимался, он не делал элемент на брусьях этот, и каждый день я по несколько процедур делал, во время тренировки делал, и как раз с помощью тех же уличных аппликаторов, у меня есть свидетели, которые он перед выходом, он с помощью аппликаторов, таких маленьких, 3x3, придавил себе, обезболил, сделал этот элемент, стал олимпийским чемпионом. После этого там было много фотографий разных там на память. Я потом просто систематизировал и выработал методику восстановления травмы плеча. Тот же Мезенцев, когда я пришел на олимпийскую базу, я его специально, он был прооперирован на плече. Кстати, пятерых гимнастов, выдающихся, тоже Гончарова, Мезенцев, других, которых я восстановил после операции на плече, шестерым я предотвратил травму на операции, связанную с плечом. То есть разработал методику, опять же, на том же Гончарове перед олимпийскими играми, когда я вот по фотографиям посмотрел, что я ему делал. Он просто подходил, у меня был один массажер, второй. И потом эти фотографии составил, получилась целая методика, которую я применял потом с боксерами, с дзюдоистами, с тем же Мартыщуком, тем же Шустом, ну и с многими другими. Поэтому, когда пришел Мандзюк, я ему сразу сказал, я ему назвал все его регалии и так далее, но так как я сам гимнаст, тренер по гимнастике, для меня это было приятно заниматься, но он отказался, потому что... Мезенцев. Он отказался, да. Не Мандзюк, Мезенцев. Мезенцев. Ой, пардон, я Мезенцев, Руслан Мезенцев, это заговорился, серебряный призер Олимпиады, участник олимпийских многоборий и так далее, призер чемпионата мира. Да. У нас на Кировоградщине не так много серебряных призеров олимпийских игр, всего два. И этот обладатель, чемпион Украины. Да, он абсолютно был. Да, абсолютно, да, в 2004 году, когда я с ним занимался тогда. Нет, не 2004, потому что 2004. Ну, это не суть важно. Важно то, что первые, когда я еще не был заведующим, когда я с ним познакомился, я пришел на, как бы сказать, экскурсию, мне представляли отделение сотрудников. Я, увидев его, зная, кто он такой, я ему говорю, давайте я с вами буду заниматься. Вот это зачем? У меня есть свой врач. В гимнастике все строго, то есть никуда за пределы. Это я потом понял. Меня это, конечно, задело, потому что потом то же самое было с Готфридом, с
заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике. Я видел его травму, когда у него локоть ушел в другую сторону. Я тоже с ним долго не мог найти подход. Потом я говорю, давайте я вам... Ему только операцию предлагал, делать операцию на локте. Наш выдающийся врач, доктор наук, который сказал только операцию. И мне было интересно без операции. 3 месяца мы с ним занимались. Готфридом без операции предотвратили ему операцию. Он потом чемпионом Украины стал. И вот Мезенцев то же самое. Согласился вначале, так, знаете, постепенно. С ним очень тяжело было. Я под него реально разработал много методик. Вот реально, потому что, ну если вы с ним общались, когда все хорошо, Юрич, ты самый классный. Ты просто ходите с ним. А так как он после этого, после с этой травмы, растяжением шел сразу тренироваться, потому что он не попадал в основной состав команды, он не попадал тем более в команду и в многоборье, в котором он хотел участвовать. Он приходил, болевой синдром опять после тренировки возникал. Да, Юрич, ты, конечно, молодец, ты стараешься, твои методики уникальны, но ты понимаешь, ты не всемогущ. И понимаешь, то есть вот это состояние, только ты был классный, и ты начинаешь новое делать, ты опять делаешь. И вот это в течение 3-4 месяцев, это было, от него услышать комплимент, это было просто. И потом, когда он поехал на Олимпиаду, у меня есть фотография, когда... Сидней. У меня есть уникальная фотография, он проходил традиционный релакс-мат. Причем уникальная вещь с аппликаторами. У меня было 10 спортсменов, которые должны были, участвовали за 6 попаданий. Боганасюк, Мандзюк и другие, а в основной состав, не совсем попадали. Четверо, которые не приходили ко мне постоянно на реабилитацию, не попали. А эти, которые до последнего момента боролись, они попали в основной состав. Так вот Мандзюк, Мезенцев пришел, каждый день ходил на исследование, научно-исследовательский институт, и родовый проверяли перед Олимпиадой всех моих спортсменов. Контролировали. И он ложился на тренировочный мат по моей методике. Это аналог системы Детензор на аппликаторы, которые я разработал, аппликаторы Лев Квадрат с волной. И там он в течение 30-40 минут, вместо того, чтобы идти спать, а понимаете, когда вы знаете, что вы же участник двух Олимпийских игр, да? Я не участник, я... Как журналист. Как журналист, да. Вы знаете, что перед соревнованиями есть отбор. И ты должен пройти так называемую контрольную тренировку, ты должен показать все, что ты проходишь. Ну, конечно. Так вот, в этот день у них было 2 контрольные тренировки. То есть ты должен был утром пройти весь этап и вечером. То есть тяжелейшие нагрузки. Так вот, восстановиться просто во время сна, это нереально, потому что идет переутомление. Так вот, я его положил на тракционный максимат, и за 40 минут у него индекс напряжения и частота сердечного сокращения. А что это такое? Это характеризуется твое состояние нервной системы. Нет, на вот это положили. Это вот там с левой стороны, посмотрите, там вот он лежит. Вот стоит за дверью. Вот. Это специальный... Это мат поролоновый, который растягивает позвоночник в разные стороны. Ага, понятно. Это за система элемента системы Детензор, мы его просто модифицировали с Комаровым. И сделали его более усовершенствованным. Я там разработал методику с игольчными аппликаторами. Кстати, все турниры, которые я ездил за границу, в аэропорту Борисполь от меня шарахались, потому что я его заносил в самолет, а он такой обширный, он легкий, но занимает большое место. Его нельзя в багаж, чтобы его не примяли и так далее. И там включалось все руководство федерации, чтобы его разрешили, то есть занести туда. Я его понятно. В конце концов, Руслан прошел. И стал... В этот день он пришел, и там индекс напряжения полностью норма, все норма. Он выигрывает у парня, который был в команде, на которого были уже билеты, который попадал. Он на своем коронном снаряде 3 раза, где он чемпион Украины, падает 3 раза. А Мезенцев проходит все идеально, без помарок. На контрольном прокате. На контрольном. И ему, то есть он попадает, становится многоборьем. А Боганасюк, второй там, попадает в состав. То есть он попадает в этот день в многоборье, ему дают многоборье. Чтобы вы понимали, когда был первый форум о сарминологии, когда Центр Капралова организовал первое мероприятие в Украине, украинский центр, такого крупного масштаба, Руслан у меня был моделью. Говорили об этом. И Руслан, принеси то, отнеси то, беги сюда. Я потом, когда закончилось, я вспомнил, что я ему в приказном тоне, потому что реально ты стоишь на сцене,
И получалось, что он стоит рядом, никого нет. Я говорю, Руслан, принеси мне это. Он приносил. Я потом, когда понял, говорю, Руслан, я тебя не сильно выслеживаю. То, что вы мне сделали, я вам так благодарен. Сергей Вяльцев, который был тогда лидером на кольцах в Европе, в гимнастике, кстати, вот эта трагедия, которая отбросила сборную гимнастики, потому что Бериш тогда реально претендовал на призовое место многоборья, а команда тоже на призовое место. Это было 29 февраля, когда в этот день я должен был официально быть оформлен в команду к Олимпийским играм. И поэтому одна из причин, почему я не поехал, потому что я официально не был на сборах, то есть я жил на Олимпийской базе, у меня был номер, но меня не оформили, как оказалось, потом задним числом, из-за чего я не поехал на Олимпийские игры и не получил именную стипендию за олимпийского чемпиона Гончарова, которого восстановил. В этой аварии, который погиб выдающийся гимнаст Бериш, получил тяжелейшие травмы, там начиная от трепанации и многих других черепа. Вяльцев Сергей, и ему на полтора года запретили официально заниматься любой видом деятельности. И когда он пришел, его очень помог Измайлов, врач сборной гимнастики, он ему медикаментозно. И когда пришел на Олимпийскую базу, был единственный, кто с ним занимался, потому что все остальные не занимались, потому что действительно противопоказания. И его после каждого моего занятия отводили в научно-исследовательский институт, где ИРДовы контролировали всю эту обоснованность этих методик. И через год и 22 дня официально он стал четвертым на Кубке Украины, через полгода чемпионом Украины. И потом 3 года официально был в команде, официально проходил отбор по медицинской части. Так получилось, что и получается до сих пор, что ко мне приходит 99% людей, у которых какие-то проблемы. Или личного характера, или семейные, или бытовые, или финансовые, или там. Ну, то есть, образно, они приходят вроде бы там повысить квалификацию, на самом деле у них вылазит очень много там своих обезьянок. И тут я приступаю как бы преподаватель, реабилитолог. То есть я понимаю, что психологически надо помочь. Ну, опять же, вот тут очень помогает тренерская деятельность, потому что, опять же, я говорил, что реабилитолог – это тот человек, который может одновременно быть и тренером, и реабилитологом, потому что реабилитация спортсменов – это тренировка, вы понимаете, да? Подготовительная основная и заключительная часть. С больными то же самое, только там нагрузка разная, надо понимать эти моменты. Я всегда говорю, ребята, у нас сейчас другая цель, я не хочу связанно быть с коммерцией, потому что я настроен на совершенно другую волну. В данный момент у нас с вами идет разговор о центре, о том, сколько людей здесь проходили обучение. Вот, например, Воспянская Таня, которая вошла в пятерку, наша ученица, которая вошла в пятерку лучших массажистов Голландии, которая переехала туда, и она сейчас в пятерке лучших массажистов Голландии. И я горжусь своими учениками. Численні учні практично з усіх країн колишнього Союзу, що працюють у найбільших спа-готелях і збірних командах своїх держав у різних видах спорту, називають Сергія Капралова татом. А його офіс, розташований у звичайній квартирі біля площі Перемоги, завжди радий гостям і новим учням. Навчання в центрі коштує недешево, але відбою від бажаючих підвищити свій рівень немає. Та розуміючи всі проблеми сьогодення, центр Капралова ініціював 8 соціальних проєктів, які спрямовані на реабілітацію воїнів та дітей із зони бойових дій, видатних спортсменів тощо. Нашому герою багато разів обіцяли відкрити сучасний центр з усіма належними умовами. Але як у нас водиться, далі обіцянок можновладців справа не пішла. Незважаючи на всі складнощі та проблеми сьогодення, Сергій Капралов залишається оптимістом. Він продовжує передавати свій досвід, навчати, проводити різноманітні тренінги, чемпіонати, семінари, втілює в життя соціальні проєкти і продовжує вірити у найкраще. І погодьтеся, що саме на таких людях, палка закоханих у свою справу, і тримається сьогодні наша Україна. Усього вам найкращого і будьте здорові!